7 и 8 февраля хоккейный клуб «Чебоксары» проведет домашние матчи с Саранской Мордовией. Второй этап первенства высшей хоккейной лиги достиг своего экватора. Чебоксарские «Богатыри» провели парные матчи с четырьмя соперниками. До игры плей-офф осталось столько же. Ближайшие встречи на льду для наших хоккеистов пройдут уже на этой неделе. Завтра и послезавтра «Чебоксары» примет у себя команду «Мордовия». Соперники уже сыграли друг с другом 4 матча в этом сезоне. 3 из них завершились победами «Богатырей». Начало игр 18:30 в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена».